был короче хороший. Серия дождей закончилась, сейчас уже будет остаток недели, ну может в конце недели тоже еще будет дождь. Там будет солнечная погода. Но не избыточно жарко, не слишком жарко, так чуть-чуть. Даже прохладно, где-то 20 вот так вот, где-то вокруг 20 градусов температура такая прохладная, а несколько дней назад, вообще вчера, по-моему, был сильный ветер и даже очень холодно было, не по-летнему, даже холодно было. Ну вот сейчас более-менее так, можно сказать, прохладно. И солнце, и прохладно. Эпидемическая ситуация очень хорошая в Торонто сейчас. Вчера даже было 45 прирост за день в центральном Торонто. Это очень низкий показатель. Сегодня чуть-чуть поднялось, 123, по-моему. 123. Вновь заболевших на сегодняшний день в центральном Торонто. Но это чуть-чуть приподнялось, да. Вчера было 45, сегодня 123, чуть-чуть. Так немножко скачет, да. Но это низкие цифры. Все, в общем-то, да. Такие. Солнце немножко зашло. Облачность есть такая, да, но ну, прохладновато довольно-таки, да. Так. Эти дни такие прохладно-холодные. Солнце опять вышло из-под облаков. Жарко тоже плохо. Так даже приятнее. Лишь бы сильный ветер не было, а так чуть-чуть дует нормально. Как раз не жарко, прохладно. Влажности нет. Довольно сухо относительно. Когда еще высокая влажность, ее особенно неприятно. Сейчас нормально.
круто. Заодно посмотрим на жизнь перекрестка. Динамику перекрестку посмотрим. Бензин 132,9. В общем-то довольно высокий, да. Это все из-за климатического налога. Такая накидка на бензин. Климатический налог на выбросы углекислого газа. Налог накидывается, поэтому цена бензина увеличивается. Сейчас пешеходов пропустим. Пешеходы все в масках, смотрю, дисциплинированные. Велосипедиста не хватает здесь. Тут только его здесь не хватало. Теперь можно ездить. Облачность есть все-таки. Облака висят. Еще со вчерашнего дня, наверное, дождя. Облачность переменная. Что называется? Давать к этому.
подъедем с другой стороны. Там большой продуктовый магазин с другой стороны. В этом более оживленная, более ситуация.